Меня очень часто спрашивают, какие же румяна лучше всего использовать женщине после 50 лет. Я предпочитаю и советую каждой женщине использовать в таких оттенках персиковых, темно-персиковые, светло-персиковые. Тогда вы будете выглядеть молодо, свежо, натурально. Никогда не используйте вот такой оттенок. Это оттенки, ну прям совсем для молодых. Поэтому я считаю, что розовый цвет ни в коем случае не нужно использовать. Поэтому давайте сегодня я вам покажу, как лучше всего использовать вот эти румяна. Если вы будете использовать вот такого цвета румян, вы их можете практически нанести на все лицо. Давайте я вам покажу сейчас. Берем маленькое количество, как всегда я беру, стряхиваю и наношу поверх контуринга. Попудрим шейку, а вот теперь остатки вы можете везде положить, чтобы ваше лицо выглядело вот абсолютно натурально, то есть совсем чуть-чуть задевая, и тогда ваше лицо выглядит так, что как будто бы вы просто сами зарумянились, вы красивая женщина, и вот так вот лучше всего наносить румяна. Напишите мне в комментариях, нравится ли вам такой способ нанесения румян и какой цвет вы предпочитаете.